Если вы хотите купить кварц-виниловую плитку, виниловую плитку, каменно-полимерную плитку, то у нас в Краснодаре в магазине представлены вот такие образцы. На что стоит в первую очередь обратить внимание, что есть замковый винил, точнее клеевой винил, а это замковый винил. То есть как укладывается, как ламинат. Есть стеснением, с небольшим выдавленным рисунком, повторяющим рисунок дерева, есть с фаской. Есть с микрофаской, вот, есть много разных цветов, толщина у него от 2 до 4,5 мм, как правило, вот это вот в разрезе система замков. А, значит, что нужно еще учитывать, то что, вот еще, кстати, вот так вот можно укладывать елочкой, это клеевой уже винил идет, разные тоже есть оттенки. Нужен ровный пол, обязательно, если под клеевой винил, обязательно наливной пол. Вот. Либо под стяжку, под ровную стяжку можно укладывать замковый кварц-винил. Каменно-полимерная плита, содержание каменной пыли, она тверже. Это кварц-винил, добавление песка кварца. Винил, ну это родственник далекий линолеума. Только он уже нарезной. И в принципе можно укладывать вот, именно вот так вот. С линолеум такого не будет. Поэтому образцов очень много. Приезжайте.